Друзья, всем большой привет! Меня зовут Дима, Майник Бразер 2С. Это канал, посвященный фарму опыта Fortnite. Здесь каждый день новые видосики с новыми картами на опыт. Все они работают на всех платформах и во всех странах, включая Россию. Жми обязательно колокольчик, ставь лайк, подписывайся на канал. Погнали, покажу тебе карту, которую подготовил сегодня. Так как сегодня выходной, воскресенье, я решил, что будет самым уместным подготовить для тебя самую быструю, простую карту. Я уже снимал такую карту, но на ней есть еще один классный вариант фарма опыта. Вот такая карта, вот такой вот код, вы его видите сейчас на экране. Нажимаем на нее, нажимаем выбрать. Обязательно ставим частный режим игры, чтобы никто не мешал фармить опыт. Вот. И нажимаем играть, друзья. В это время заходим в магазинчик предметов. И обратите внимание, внизу есть кнопочка поддержка автора. Я партнер компании Epic Games, и вы можете здесь ввести мой код G-UP. Нажмите поиск, он зафиксируется у вас в магазинчике предметов. И теперь за все ваши покупочки я буду получать небольшой бонус. Спасибо вам за такую поддержку. Загрузилась карта. Мы с вами пробегаем вот сюда, чуть-чуть левее, в сторону вот этой надписи «Экзотик». Но не добегая этой надписи, справа от вот этих ступенечек, вот здесь вот становимся и делаем эмоцию. Чуть-чуть ближе, вот сюда. Еще чуть-чуть ближе. Есть, вот, ближе к стеночке. И нас переносит в локацию с таймером в 15 минуточек, где есть секретный код, который нам нужно ввести, друзья. Нам надо подождать, пока это время пройдет, чтобы пойти дальше и фармить опыт. Берем здесь снайпер, джетпак и ждем, друзья. Пока будет идти таймер, я напомню, что как раз три карты, которые я записал вчера, точнее три формата опыта, они тоже работают, поэтому можете ими пользоваться. Они будут еще пока работать несколько дней точно. Сейчас пока ждем таймер, залетайте ко мне в дискорд-канал, присоединяйтесь к комьюнити, будем вместе на связи, будем общаться и играть вместе, друзья. Ну что, закончился таймер, подходим теперь вот сюда вот к паролю и вводим циферки 4. 1 и 2. Код 412. Справа подтверждаем. И снизу нажимаем старт АФК. Пошел АФК опыт. Разворачиваемся спиной к таймеру. И вот в этот квадратик идем. Второй от края получается. В этом квадратике мы делаем эмоцию. Теперь направляемся вот сюда, где у нас снайперская винтовочка. И в этом квадратике нажимаем кнопочку «Секретная локация». Берем снайперскую винтовочку и устраняем с помощью... Ага, не устраняется. В общем, можно вернуться через вот этот экзит назад, взять оружие другое, которое будет работать. Можно еще здесь попробовать сделать вот таким вот образом. Выкинуть оружие, поднять, и оно может в этот момент заработать снова. Но не факт. Заработало, видите? Можно выйти из ситуации таким образом. Устраняем одного ботика. Устраняем потом сразу же... Да блин. Извините. Не видно этот прицел, нифига. Устраняем второго. Бежим теперь вот сюда вот. Мимо амбара вот этого к вот этой вот штуке. Это тележка для инструментов. Нажимаем на ней кнопочку. Бежим теперь вот к этой тележке. Нажимаем на ней кнопочку. Теперь перелетаем через наш амбар. Подходим к вот этой тележке. На ней нажимаем кнопочку. И к последней тележечке, вот этой. Нажимаем кнопецки здесь. И переносимся вот в такую локацию с табличками XP. На каждой табличке прожимаем тоже кнопочку. Телепортнулись мы теперь вот в такую комнатку с батутом, летаем здесь, и нам начисляется АФК опыт, друзья. И все, вот на этом все. Это самая простая, быстрая карта, которую можно просто придумать. Не забудьте, что еще три предыдущих формата фарма опыта, которые я записал вчера, тоже работают. Все, друзья, на этом я буду заканчивать, хотя у меня еще неплохой буст идет. 131 тысячу уже забрал, даже вот 132. Но... Воскресенье, день семьи, поэтому вынужден быстренько все завершить и пойти проводить время с моими любимыми. Всем хорошего дня, классного настроения, друзья. Пока!